Вот входит королева паранойя, берет спокойно мозг в тиски холодных дланей и нажимает на виски подушечками пальцев, и нервы обнаженные терзает. И первые симптомы замечая, ты замолкаешь перед простотой бесконечной. И тут же страх мгновенно наступает, неограниченный и не подверженный прогрессу, что паранойя может только стать сильнее. Она не нападает сразу с первой встречи с кокетливым дружком-амфетамином. Нет, вас она заманит осторожно. На первый взгляд, пожалуй, чуть практично. Ты мнешь ногами облака и говоришь стихами, оглядываясь, видишь мир весь в розовых узорах. И с легкостью ты отвечаешь на вопросы о всяких муках экзистенционных. И тут внезапно пропадают нормы. И ты в одном порыве производишь без пережива полноценные творения в безумных артистичных направлениях. Но так возвышено все только лишь в начале. И вскоре ты воюешь с грозной силой, с которой извращенная сестричка Кали выдавливает мразь в заблудших душах. А ты так бесконечно заблудился.